Меня зовут Матвейка Алексей, я барменеджер в веселом баре «Бездельники». К нам стоит прийти, прежде всего, на вечеринки, которые у нас вот происходят едва ли не каждый день, особенно это в пятницу-субботу, просто вот бар битком набит, громко играет музыка. Самая характерная фишка нашего бара, которая пошла в соцсети, это наши фотографии. Это фотографии, которые здесь печатаются сразу моментально, в большом количестве и остаются просто массово. Помимо фотографий, это, конечно, не новость, но барную стойку можно обойти со всех сторон. Можно наблюдать со спины, чем там заняты бармены. И, само собой, выпить отличные коктейли. Последняя по порядку, но не по значимости, это карусель. Это та вещь, от которой в восторге все, независимо от возраста. И просто люди моментально превращаются в детей, потому что, ну серьезно, это карусель в баре. Для меня барометр – это возможность узнать что-то новое и окунуться в барную тусовку. На барометр мы привезем с собой несколько замечательных коктейлей, какие мы решим чуть позже. Ближе к сезону это в любом случае будет что-то однозначно осеннее. На барометре я хочу попробовать возможный новый алкоголь, если его будут презентовать. Приходи на барометр, там будет возможность пообщаться с каждым барменом, потому что эти люди за словом в карман не лезут, но проследи за тем, чтобы запомнить этот вечер. Аккуратней с алкоголем.